До Нового года в новом облике должна предстать детская инфекционная больница. Полностью обновятся фасад здания и крыши, которые будут выполнены в едином цветовом решении с роддомом и первой городской больницей. Здание уже старое, как бы требует обновления. Крыша и фасад нужно обновить. Крыша, были какие-то проблемы? Крыша, ну конечно, крыша была тоже старая, там и были протечки, бежали. Капало с потолка. Ремонтные работы в больнице начались еще летом. Во всем здании поменяли электропроводку, а в кабинетах и палатах заменили старые окна на пластиковые стеклопакеты. Обеспечит теплоизоляцию и новый фасад. Между стеной и обшивкой из сайдинга укладывается слой утеплителя. Здание утеплили, поэтому внутри уже чувствуется, что стало теплее. Все работы по обновлению фасада ведутся за счет областного бюджета и завершатся до новогодних праздников. После этого сотрудники лечебного учреждения приступят к косметическому ремонту больничных палат и коридоров.